Похоже, мне удалось оторваться. Но девушку я спасти не смог. Монстр настиг ее. И у меня есть мысли, что это была не та девушка, не та, которую я искал. Это была не Ева. Я начинаю понимать, что я здесь не один. И даже нас здесь не двое, а намного больше. Я не знаю, сколько я еще смогу продержаться и сколько у меня останется батарейки. Процентов 20 у меня есть. Зарядиться получается не везде. Здесь бывают у корней деревьев то, что я могу зарядить телефон. И бывают такие возможности, но я не знаю, сколько я смогу держаться. То, через что мне пришлось пройти, я бы не пожелал никому. Я слышу голоса, некий шепот, напоминающий голоса ангелов, хотя я голоса ангелов никогда не слышал, но думаю, они звучат именно так. Голос зовет меня, он говорит мне идти вперед и не останавливаться. У меня такое чувство, что это моя последняя запись. Так что прощайте. Вы тоже это слышали? Я уже не знаю, что правда, а что неправда. Но, похоже, мне однозначно стоит поторопиться. Я никогда не слышал ничего подобного. Я нахожусь здесь больше 3 месяцев. Но я не слышал еще ничего подобного. Я понимаю, что если я остановлюсь, то я погибну. Похоже, это моя последняя запись. Так что прощайтесь.